Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Доброго вечера. А могли ли говорить по-другому? А могли вообще не говорить? Три года назад чуть не случилось то, что могло навсегда изменить наши жизни. 3 марта 2014 года. Не родившись, исчезла Одесская Народная Республика. И хорошо. О том, что происходило в тот день под стенами Одесской областной государственной администрации, поговорим с нашим гостем Александром Степовая, гражданский активист, теперь уже можно так называть. Александра, приветствую в эфире. Я очень хорошо помню, как для меня начинался этот день. У меня был выходной, мне позвонили из Киева, спросили, а что у вас происходит. И вот не было осознания того, что это попытка захвата облгосадминистрации. Администрации. Как ваш день начинался? Я хочу сказать, что накануне у нас все это началось. Эти дни, это даже не день, не ночь, а сплошной какой-то период времени, когда мы стали понимать, что есть добро и зло. То есть мы не знали, как называются эти организации, да, мы не знали. Я до сих пор не все фамилии могу вспомнить, хотя уже определились негативные личности. Это действительно была борьба добра и зла. Это был декабрь, январь, февраль. Мы попали 19 февраля. На этой же площади, в ситуацию, которую все, к сожалению, помнят, и до сих пор она не раскрыта. И вот если до 19 февраля была злость, было негодование, было возмущение, какие угодно эмоции, то 19-го мы вот реально узнали, что такое страх. И в Киеве, ну нет, в Киеве страха, пожалуй, не было. Там тоже был страх однозначно. Но мы, болея, да, за киевлян, мы все, что могли, делали в Одессе. И я 19-го ощутила такой, ну, и материнский страх, и человеческий, и женский. Александра, потому что я тогда был страх. Была с дочкой. И что такое могло произойти, и почему кто-то взял на себя право просто так... 3 марта 2014 года был страх и злость, а что сейчас на этом месте? 19 февраля. Поэтому я хочу уточнить, что... Все равно, 3 марта был и страх, и злость, а что сейчас происходит на том же самом месте, мы узнаем. У нас на прямой видеосвязи Алия Замчинская, наш коллега, корреспондент телеканала Думская ТВ. Алия, мы хотим послушать тебя. Спасибо, Саша. Сейчас, в отличие от того, что было 3 года назад, здесь совершенно тихо, нету людей. А 3 года назад действительно было очень жарко. И если сами депутаты разошлись около 4, так и не была создана Одесская Народная Республика. Однако сторонники русского мира и представители патриотических организаций оставались здесь достаточно долго. Журналисты также были здесь очень долго. Тут были представители и российских СМИ. На тот момент их даже было несколько съемочных групп. Я прекрасно помню, как я со своим оператором была здесь до позднего вечера, потому что нам важно было зафиксировать, что противоборствующие стороны все-таки разошлись. И о том, каким 3 марта запомнил один из непосредственных участников тех событий, нам расскажет Сергей Стерненко. Сереж, каким для тебя было 3 марта? Ну, для мене 3 березня розпочалось дуже неспокійно. Я пам'ятаю, як зранку мені зателефонував хтось з друзів і повідомив про те, що сепаратисти проводять тут мітинг і намагаються вдертись в будівлю облдержадміністрації. Тому ми тоді, як правий сектор, прийняли рішення збиратись неподалік звідси. Буквально в 3 кварталах по вулиці Гагаріна ми розпочали свій збір. Коли нас вже нараховувалось близько 40 чоловік, то ми відправились до будівлі облдержадміністрації. Тоді на місці тут знаходилось близько 3-4 сотень сепаратистів і до 30-40 представників патріотичних сил. От, людей, які тоді ще ходили і на Одеський, і до цього їздили на Київський Майдан. Ми прийшли, виставили перший кордон з боку дороги біля самого проспекту Шевченка. Нас тоді згодом налічувалось більше 100 чоловік, і я дуже чудово пам'ятаю, як до мене підходив тоді ще діючий співробітник міліції Фучиджи.
зі словами «прибери звідси людей, не створюй тут ніяких провокацій». В самому початку, коли ми тільки з'явилися, от, я вмовлю проросійських самих розійтись, а вам тут взагалі не треба знаходитись, щоб їх не провокувати. Зараз прийдуть мої ВВшники і все буде добре. На що я показав йому трофейний з Майдану тоді міліцейський щит і сказав, що я його ВВшників бачив на Майдані і знаю, на що вони здатні. Довіри до співробітників правоохоронних органів у нас немає. І ми простояли тут аж до 11-ї вечора, з самого ранку практично, і спостерігали за тим, як людей, які прийшли підтримати Єдину Україну, ставало з кожною годиною більше, більше і більше. Надвечір це вже було більше тисячі людей з нашого боку, і чисельність проросійських поступово зменшувалась. Після того, як було домовлено між представниками проросійських і проукраїнських сил про те, що ми начебто всі повинні розійтись, до нас тоді повернулись представники Майдану і сказали, що ми з ними про все домовились, вони самі знімуть російський прапор, а ми повинні звідси піти першими. От, довелось тоді забирати у своїх же мегафон і навпаки підбурювати натовп, залишатись тут, в жодному випадку не йти від будівлі облдержадміністрації. І ми таки досягли свого. Спочатку було знято російський триколор, який було піднято тут на флагштоку. Потім поступово почали розходитись самі сепаратисти, коли побачили, що в нас є чисельна перевага, і співробітники міліції, мабуть, би нам уже на заваді не стали. Ми займали центральні позиції, а флангові тоді займала самооборона. І буквально вже от близько години пів на 10-ї вечора люди поступово почали розходитись вже із нашого боку, а тут на місці, де були спочатку сепаратисти, практично вже нікого не залишалось. Вони розходились невеликими групами, по 3-5 людей, і по алеї з правого боку, і зліва відходили поступово. Тобто було зрозуміло, що вони все-таки нас бояться. І приблизно десь уже об 11-й годині вечора, коли ми переконались в тому, що тут вже немає представників проросійських сил, і коли вже основні сили так званого Майдану на той момент, вони вже вирушили до Дюка, це була самооборона і просто небайдужі громадяни, ми останні окремою колоною також рушили до Дюка, де тоді традиційно збирався Майдан. І зараз через призму цих подій, дивлячись, я розумію, що це був один з трьох моментів, коли ми могли втратити контроль над Одеською областю і отримати тут так звану Одеську Народну Республіку. Спасибо большое, Сергей. Три года назад на этом месте решалась судьба Одессы. И, наверное, мы можем сказать, что слава Богу, что она решилась в сторону Украины в тот день. И в зале заседаний несколько депутатов смогли переломить ситуацию в свою сторону. И в то же время сотни одесситов смогли отстоять Украину на этой площади. Студия. Спасибо, наш корреспондент Илья Замчинская вместе с гражданским активистом Сергеем Стерненко от облгосадминистрации. Возвращаемся в студию. Александр, действительно, то, что сказал Сергей, что вначале там было намного больше представителей сепаратистов. Да, дело в том, что это было, нельзя сказать, что это не было неожиданностью вообще, но это было все-таки неожиданно. Мы пережили ситуацию в Донецке уже. И мы, ну, где-то, мы не то чтобы ожидали, но предполагали и боялись. И то, что это будет назначено, или как-то какой-то клич был для активных или небезразличных, такого не было. Мы где-то узнавали... Где-то сами потихоньку начали собираться. Да, то есть когда мы уже стали перед фактом, и то, что они, эти антимайданы уже на месте, мы... Просто то, что приходило в голову, а это был импульс. Импульс, звонки. Вот у меня два номера разных, и я помню, что у меня все время было два телефона в двух руках. Ну, где-то люди доверяли моему мнению, наверное, спасибо большое, и я не имела права их подвести. И звонки были такие, идем, не идем, что делать. Я знаю, что точно с 19 февраля моя сумочка стала больше в размерах, там было всегда место для аптечки и бутербродов. То есть, что делали? Я делала бутерброды и проверила аптечку. Это то, что я делала, находясь дома. Хотя, по сути, до 19 февраля Одесса, в принципе, спокойно проводила относительно своей встречи возле это Дюка. Это были какие-то еще споры, ну, мнений, так назовем мягко.
А телефоны, звонки были такие, кто уже был на месте, говорил «да», кто-то говорил «нет-нет», потому что уже находили машины с горючими для коктейлей Молотова, какие-то еще были факты, подтверждающие, что это очень опасно. Потом были звонки такие «да, можно идти, только женщинам не идти». Потом, и вот мы так переговаривались, потому что мы уже были битые. И, где-то надо было давать отчет, все-таки каким-то разумным действием, правильным. Мы ориентировались на тех, кто понимает, и вот так вот уже стали их согласовывать. И где-то к обеду, вот, когда это произошло уже... Еще важно, что это был будний день, и большинство людей были на работе. Да, да. Но бежали, когда уже вот к обеду основная масса людей появилась, это были и женщины, и молодежь. И, я не знаю, в обед кто-то выбежал, наверное. Знаете, я вот обратила внимание, сейчас вспомнила из своих воспоминаний, что это, наверное, был один из первых случаев, когда собрание Евромайдана, если можно так сказать, проукраинских сил, был без детей. Потому что к Дюку очень многие приходили с малышами. А это после 19 февраля. Я почему и сказала. Я к Дюку лично брала 19-го я была с ребенком. И поэтому это какой-то такой уже рефлекс, вот, или естественный инстинкт, да. Я его ощутила. Вот я первый раз, когда я поняла, что я должна быть защитой, я не понимаю, как. Поэтому мы уже продумывали, но у нас уже появилось тогда, были ребята, правый сектор, была такая очень смешная самооборона. То есть это мужчины, которые были более защищены, и мы... пытались действовать согласованно. Кстати, мужчины всегда оттесняли женщин в этих играх, были матчи. Но отчаянные были все, просто отчаянные. Да. И никто не понимал, что происходит. Я помню, Вика Сибирь написала такой пост, на нее уже ориентировались, это все-таки был лидер мнений. Хотя мы все были незнакомы, мы знакомились буквально каждый день друг с другом, доверяли и участвовали, мы что-то пытались держать просто руками, да, вот эту ситуацию. И она написала пост, да, я много сомневалась, и были и за, и против, все, а теперь побежали. И очевидно, в Фейсбуке так надо, да. И вот, в общем, коротко, чтобы прочитали и дошли до сути. Да, и вот побежали, да, тогда уже было просто вот, и, во-первых, стало больше людей, конечно, и ситуация переломилась. Это был переломный момент для Одессы, 3 марта? Это вообще был переломный момент, насколько я понимаю, для Одессы, истории Одессы. В Одессе не было такого. Одесса, к сожалению, это один из, или вообще единственный город в Украине, который, к сожалению, постоянно был под какими-то властями. Это как свадьба Малиновки, да, шапку на какой бок поворачивает. Всегда пассивная позиция была, тут да, я согласна. А вот период... Географическое положение обязывает. Гражданская война, революция, война, интервенция. Всем вот интересен этот период, город-порт, конечно. Этот период, когда я, например, не так давно узнала, что за один год поменялось 17 властей. Это я узнала в музее, который находится на Еврейской. Это были называемые сейчас полевые командиры, тогда это были атаманы разнообразные, группировки внутри самой Одессы, бандитские. Они провозглашали себя властью, а жителям надо было подчиняться. Да. Поэтому, Народная Республика уже была на самом деле. И поэтому, очевидно, сепаратисты думали, что с Одессой будет очень легко. Говорят об одесситах. Продажные, приспособленцы, как угодно. Это грубо, это некрасиво. Во-первых, это не соответствует действительности. Да, на сегодняшний день. Нет, это, слава богу, и до этого это не соответствовало действительности. Я не знаю одесситов продажных. Есть, конечно... Я говорю, это грубо так говорят. Я не говорю. Но так это выглядело, потому что власть меняется, одесситы живут, Что же это власть? За одесситы такие, значит, они приспосабливаются. Очевидно, так думали сепаратисты, оставили Одессу на закуску и думали, так же легко будет с Донецком, например. И одесситы, как обычно, приспособятся, низко поклонятся. Одессу все-таки 3 марта отстояли. Да. Да. И поэтому реванш им пришлось брать 2 мая, тоже не удалось. Александр, последний вопрос. Mm-hmm. В случае, если, не дай бог, в Одессе будут какие-то еще волнения, как считаете, смогут одесситы вновь объединиться и выйти, исходя из того, что мы сегодня видим, что патриотические организации очень сильно друг с другом даже ругаются? Знаете, другого ответа, как «да», конечно, отстоим, быть не может. Мы не должны ничего предполагать. Мы знаем, как мы хотим жить. Мы хотим жить хорошо, спокойно. Мы патриоты, мы гордимся своим городом, и мы гордимся своей страной. И я не знаю, у нас есть история семейная, я успеваю.
Да. Быстренько. Это уже я вот с гордостью рассказываю. Это уже такая семейная легенда, когда наш маленький, у нас в семье маленькие дети, и вот он раскладывает свои игрушки, Марко, это мой внук, дочка его спрашивает, что ты делаешь? Ну, как контроль над... У тебя все хорошо, что ты делаешь? А посередине стоял флажок. И ребенок гордо отвечает, я строю свою Украину. Все, мы строим свою Украину, тут не надо ничего больше спрашивать. Мой сын обычно, давай смотреть мультик на украинском, он мне задает вопрос, почему, говорю, ну а как ты думаешь, понял, Украина, понад усе. И это прекрасно, что молодое поколение понимает, насколько важно наше государство. И мы не подведем их, а они это понимают, да. Поэтому мы себе такой вопрос даже не будем задавать. Согласна. С вами Александра. Благодарю вас. Александра Степовая, гражданская активистка, была нашим гостем. Мы прервемся на выпуск новостей. Ксения Терзи расскажет о том, что происходит в городе в эти минуты. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.